В США нету государственного отпуска там по беременности, который бы оплачивался работодателем. Ты можешь взять там несколько недель отпуска, но за свой счет. А Клинтон предлагает ввести 12 недель отпуска для родителей, для по уходу за ребенком, по рождению. Это будет оплачиваться специальной федеральной программой и будет гарантироваться это 2/3 заработной платы. Все это несомненно. Это абсолютный прерогатив президента, он может там делать довольно много и там мало с кем советуюсь. Во внутренней политике, в экономической политике, тем более, он президент американский связан по рукам и ногам. Такая у них система. Там, ну, главный инструмент это ФРС, Федеральная резервная система. Она вообще не зависит от исполнительной власти. Президент США не обладает большими полномочиями, большими возможностями влиять на экономику. Выслать всех.